с клубом Инкрус и дополнительно предоставляют вам еще дополнительные скидки, если вы просто клиент. Поэтому, если вы в будущем планируете путешествовать экономно, то Инкрузес самый классный вариант. Поэтому Инкрузес, понимаете, да? Если же у вас пока на сегодняшний день нет возможности, и вы не видите в этом цели большой, да, сегодня уже думать о путешествии. Почему? Потому что путешествие до этого времени считалось, да, не самый первый продукт первой необходимости. И как вот и у меня психология, я уверена, что у многих из вас это путешествие, это, знаете, вот особенно те, которые никогда не путешествовали, они относятся так, потом когда-нибудь. То есть потом когда-нибудь, когда будет возможность, когда будет время, потом когда-нибудь. Многие люди пришли к нам в бизнес, знаете, в каком возрасте? Уже в предпенсионном возрасте. Они говорят, да, женщины, мужчины, там кто-то всю жизнь в госслужбе отработал, да, всю жизнь военным был и так далее. Не было времени путешествовать. Все время дети росли, здесь работа, всегда нужно было на работе быть, мало отпуск дают, уже запланировано, какие-то свадьбы и так далее и тому подобное. Тем самым вся жизнь проходит, так и все время откладывая путешествие на потом. Понимаете, да? Так вот, и, конечно же, когда мы с такими особенно людьми, тем более я разговариваю на русском языке, я уверена, что здесь многие русскоязычные, да, постсоветское воспитание и путешествия, но есть люди, которые один раз уже куда-то съездили, и, соответственно, эти люди, они уже не могут, они как наркотики, они подсажены, да, извините, что я такое слово употребляю, но они действительно, они уже не могут, они хотят каждый год куда-то ездить. Сколько таких людей? Человек, который один раз хотя бы в Турцию съездил, он уже каждый год планирует ездить в Турцию, либо в Дубай, либо для себя открыть другие страны. Так кто у нас путешествует? У нас в основном путешествуют это те люди, которые имеют бизнес какой-то, допустим, путешествовали, да, я вот как в прошлом буду рассказывать, да, которые имеют какой-то бизнес, обычные работники по найму, они ездят либо путешествуют, либо в кредит, да, либо вот в рассрочку там и так далее. То есть поймите, да, свободные деньги путешествовать это тоже недешево, поэтому опять-таки откладывают это в сторону. Вот. Либо те, которые работают в иностранных компаниях, которых отправляют, да, там, Болошаку, по, там, допустим, по каким-то специальным программам, такие в основном люди. А просто в основном взять средний класс, самая большая часть населения, они практически никто не путешествует. Все хотят, но не каждый может себе это позволить. Потому что путешествовать, помимо того, что нужно самолет, помимо того, что нужно отели, нужно еще внутри, да, там, на одежду, на питание, там, на всякие магнитики, это тоже уходит очень приличные деньги. Поэтому все люди в психологии вот так заложены, да, путешествия откладывают на потом. Вот. И для именно вот такие люди обычно, ну, как бы говорят, у нас нету возможности, у нас нету в графе расходов расходы на путешествия. Именно для таких людей, у которых нет таких возможностей, мы предлагаем сотрудничество с нашим бизнесом, с нашей компанией. Если в качестве первого, у нас три варианта участия, если первый вариант участия вы заходите в качестве клиентов, у вас есть возможность, вы каждый год путешествуете, но вы хотите теперь путешествовать со скидкой, экономно, пожалуйста, для вас первый вариант. Если же вы не имеете возможности путешествовать, но при этом хотите, пожалуйста, вы можете стать партнером компании, купить лицензию, сотрудничать с компанией, и компания дает возможность вам ежегодно получать 2400 круизных долларов на ваши собственные круизы, которые вы используете с своего круизного личного счета на любое направление. Не вот так вот ты только туда поедешь или ты только туда поедешь, нет. У вас вся эта поисковая база 5000 направлений, вы сами выбираете, когда и с кем вы поедете в круиз. Вы можете эти 2400 долларов использовать как для себя лично, 4 раза отправить в круиз, допустим, если круиз по 600 круизных долларов, да, либо вы можете взять всю семью один раз в год отправиться, но этот круиз будет для вас совершенно бесплатный, потому что эти деньги круизные начисляются вам за вашу определенную работу. Так что же нужно сделать для того, чтобы бесплатно путешествовать? Стать рекламным агентом. То есть мы что сейчас делаем, да? Мы рассказываем людям про круизы, мы рассказываем, какой это шикарный, замечательный вид отдыха. Мы рассказываем людям о том, что через нашу компанию люди могут со скидкой путешествовать, либо бесплатно, либо зарабатывать на продвижении этого бизнеса. Каждый день мы благодаря этому телефону
начинаем свой день рассказывать с людьми, с партнерами, рассказывать об этом, потому что абсолютно 100% уверена в том, что мало кто знает круизный отдых. И, может быть, знает, но путешествовали мало. Я поэтому вам задавала вопрос. Сделайте анализ из 20 вашего самого близкого окружения, сколько людей были в круизе. У меня на момент, когда я начинала этот бизнес, никто не был в круизах. Никто. И я для себя, как человек с предпринимательским мышлением, поняла, раз никто не ездил, значит, надо этот бизнес делать. Почему? Потому что наступит момент, когда люди уже будут ездить, и я упущу тот момент, да, что этот бизнес уже будет, что очень сильно раскручен. Как, например, бизнес с Турцией взять, допустим, да, лет 20 тому назад я даже встречала женщину, которая в Турции живет, да, замужем за турка, вот они, первые, у них компания Endotour, в Москве представительство есть, в Украине представительство есть, в Казахстане, везде, да, они встречают спортсменов, вот они самые первые, которые когда-то начали туристический бизнес с Турции, понимаете, да, и они самые первые, которые, и у них покупали путевки, вот хозяйка, я разговаривала, это турагентство, покупали самые состоятельные люди только в Казахстане. И когда она начинала этот бизнес в Казахстане, все головы у виска крутили, почему тогда это постсоветское пространство, время, да, никто никуда не ездил, да, максимум люди ездили по путевкам, которые от государства даваются и так далее, все говорят, как ты будешь делать бизнес, кто будет в эту Турцию твою ездить, что сейчас происходит. Сейчас не надо говорить, да, все люди знают, какой там песок, какой там галька, какая там отель и так далее. Да? Этот бизнес за 20 лет он уже набрал обороты, и люди уже ездят спокойно в эту Турцию. То же самое, если у вас есть предпринимательское мышление, или бы вы устали от своей работы, если вы ищете совершенно свободную нишу, инкрузес на сегодняшний день, это та ниша, которая еще не раскручена. Почему я так уверенно говорю? Потому что в моем окружении до сих пор мало людей, которые ездили в круизы. Да, в моем окружении в бизнесе все практически ездили в круизы, но если взять тех людей, которые не в бизнесе, которые вот за бизнесом, то и взять, если это окружение, то там мало кто ездил. То есть аудитория большая. Об этом только рассказывай и начинай бесплатно путешествовать. То есть расскажи об этом, раскручивай круизный бизнес, и ты преуспеешь в этом деле, потому что ниша абсолютно свободная. И третий вариант участия – это построение бизнеса. Наша компания, помимо того, что имеет, дает возможность нам открытие круизного счета с определенной скидкой и бесплатно, да, наша компания, она дала нам возможность правильному, продуманному маркетинг-плану. То есть сейчас очень много, да, маркетологов, которые, допустим, чтобы раскрутить компанию, придумывают какие-то акции, запускают какое-то промо, запускают, то есть включают, они мозговой штурм целый устраивают для того, чтобы раскрутить какую-то компанию. Например, вы тоже когда предприниматель, да, вы когда предприниматель, для того, чтобы увеличить объем своей компании, вы что делаете? Вы же начинаете что делать? Включать мозги же, да, рекламу какую, что как, что актуально, что то, что то. То есть используйте все варианты, да. Если вы работаете в команде, вы начинаете, да, если у вас еще, если у вас уже предприятие хорошо пошло, вы по-любому нанимаете маркетологов. Это те люди, которые отучились на эту специальность для того, чтобы раскручивать предприятие. Так вот, наша компания имеет шикарный маркетинг-план. Над маркетинг-планом компании Incruzus работали самые лучшие маркетологи. И сам основатель компании Incruzus, Майкл Хатчисон, является финансовым адвокатом. То есть у нас есть 10 видов вознаграждения, которые между собой не конкурируют. В одной компании 10 видов вознаграждения. И партнеры могут зарабатывать по одному виду вознаграждения, по второму виду вознаграждения, либо по двум сразу видам вознаграждения. То есть есть партнеры, которые одновременно в один месяц могут все 10 видов вознаграждений получить. Есть партнеры, которые один вид вознаграждения получают. Все зависит от проделанной работы и зависит все от плана, который они сделали в этом месяце. То есть маркетинг-план открытый, чистый, прозрачный, классический. Этот маркетинг-план есть в нашем кабинете. Вы можете даже запросить у наших партнеров, вам скинут план вознаграждения. Это план. Это вот как на работе часы, да, вот учитель, например, отработал такое-то количество часов, да, или там врач отработал такое-то количество часов, или вы, например, работаете где-то, да, то за те время, когда вы не работаете, вам зарплату не начисляют, то же самое, вы точно знаете, сколько стоит один час вашего времени. Здесь то же самое, здесь каждое твое действие оплачивается согласно маркетинг-плану. Для компании мы являемся просто ID-номером, вот ID-номер, вот имя, фамилия, и все. К
как вы уже сделаете эту работу, если вы хорошо поработаете, соответственно, на ваш ID-номер, на ваш кабинет, на ваш кошелек компания начистит деньги. Куда же падают деньги? Вот третий вариант участия – это наш маркетинг-план. Компания дает возможность вам зарабатывать на, наличными деньгами. Деньги падают вот на такие вот карты, видите, да? Салтанат Шаймарданова, вот Incruises, Liner, то есть Visa, система Visa. У вас будет своя собственная карта, которая приходит к вам абсолютно бесплатно, так как вы являетесь партнером. И эта карта позволит вам зарабатывать в долларах, не в вашей валюте, в которой вы сейчас, да, то есть вы понимаете, да, то есть ситуация нестабильная, но доллар более-менее, евро нестабильный, да. И несмотря на то, что сейчас кризис, да, во многих странах, да, только начинается этот кризис, да, мы получаем в долларах. То есть, смотрите, пока мы сидели дома, доллар растет, на сегодняшний день доллар уже 415 тенге, и, соответственно, да, мы заходили с одним курсом в кризис, в карантин, выходим сейчас с другим курсом. Несмотря на это, наша зарплата, соответственно, доллар растет. Это же большой плюс, друзья. К примеру, если ваша зарплата составляет, допустим, 100 тысяч тенге, к примеру, и наступил кризис, доллар, мы говорим, вот доллар подорожал. Вы говорите, а что, какая разница, я все равно в тенге получаю. Вам кажется, что вы получаете в тенге, и вас это не коснется. В любом случае идет везде удорожание. Все, что приходит к нам, все, что продается у нас на рынках, это все извне. То есть это внешняя, да, экономика, все это импорт, да, все к нам привозит. Вот. И все, что к нам привозит, соответственно, если идет удорожание доллара, соответственно, выше. Вы сами посмотрите, как поднялись продукты. Все это потому, что в основном привозное. Да? Захотите даже купить телефон, он уже намного подорожал, потому что, соответственно, доллар скаканул. Вот большим плюсом сотрудничества с компанией Incruises является то, что и это было большим плюсом и для меня, потому что я работала в компании, которая привязка идет к тенге. Да? Вы понимаете, да? Привязка идет там к внутренней валюте, к рублю, допустим, да, какие-то внутренние эти есть, внутренние валюты. У нас все деньги в долларах, это большой плюс, друзья. То, что вы получаете согласно маркетинг-плану в долларах. Соответственно, чем выше доллар, тем выше ваша зарплата. Понятно, да? Вот. И деньги вы получаете в долларах, у нас 10 видов вознаграждения и вот такой вот шикарный маркетинг-план. И что нужно делать? Когда вы, чтобы зарабатывать серьезные деньги, чтобы выйти на серьезные доходы и чтобы иметь на сегодняшний день бизнес, иметь команду, получать стабильную зарплату, в одном из 10 видов вознаграждений есть один хороший вид бонуса, называется он лидерский бонус. Лидерский бонус выплачивается каждого 7 числа, независимо. Смотрите, наша компания, чтобы вы понимали, вот если здесь предприниматель есть, бизнес-модель какая, да, есть входящий трафик, есть исходящий, да, вот поймите, да, сколько денег, вот наша компания Incruises, она не производит своих лайнеров и, соответственно, рисков никаких. Только за счет того, что у нас есть круизное членство, за счет того, что у нас люди пользуются круизным счетом. То есть, соответственно, пришел миллион долларов, грубо говоря, оборот, да? Если ты получаешь процент от этого оборота, соответственно, ты получаешь этот процент. Вы поняли, да, сейчас меня? То есть максимальные расходы на что идет? На офис, то есть сама компания офис содержит, да, договора какие-то содержит, сайт, и, то есть минимум расходов. Допустим, если взять производство, к примеру, какое-то, да, то если ты, допустим, если ты занимаешься производством, то закуп сырья в доллар подорожал, соответственно, что, и вы понимаете мысль, да, этого, суть, что я хочу донести, да, у нас компания ничем не рискует. То есть, что делать? Определенное количество людей у нас приобретает круизное членство. Это круизное членство дает им возможность путешествовать со скидкой либо бесплатно. Соответственно, от этого оборота ты получаешь процент. Даже если 90% на компанию на 90% упадет в минус, 90%, вот эти 10%, они все равно вытащат эту компанию. Услышали сейчас меня? Почему? Потому что нету производства. Реклама – это мы реклама. То есть мы и есть реклама, не нужно платить никому, там, рекламным агентам, там, за баннера, там, и так далее, за рекламу, за одну минуту на телевидении и так далее. Этого делать ничего не надо. Минимальные расходы. Сайт, карточные платежные системы, договора с круизными линиями и правильная команда,
который не, у нас небольшое количество команды в компании Incruzus, там от силы 20-30 человек управленцев, которые два управленца, да, один президент, один исполнительный директор, и весь остальной состав – это саппорт-система, которая отвечает на ответы, на вопросы с бизнес-партнеров и так далее, да, клиентов и так далее. То есть это не совсем большой ресурс. И даже если мы провалимся на 90%, вот эти 10% вытащат эту компанию. Вы услышали сейчас меня, да? Но из-за того, что люди видят большой плюс в круизном членстве, наша компания, наоборот, набирает обороты. Потому что взять, если на рынок посмотреть, да, чем заниматься сейчас? Чем заниматься сейчас? Вот если бы не Incruzus у меня бы, да, был бы, да, я сейчас бы села, наверное, думала, да, чем бы мне заняться, каким видом бизнеса? Ресторан открывать? И непонятно, многие предприниматели рестораны сейчас свои закрывают. Вон, какие были крутые рестораны, они сейчас сидят без клиентов, без ничего, распустили весь персонал, да, и так далее. Без работы люди остались. Что делать? Аптечный бизнес только открывать? То есть я, например, не хочу в аптечный бизнес идти ни в коем случае, да, к примеру, да, делать, ну, не знаю, лично у меня тогда делать деньги на том, чтобы люди болеют, я не хочу это порождать. То есть смотрите, что делать? Аграрное что-то такое, я в это не хочу, к примеру, идти, допустим. Ну, конечно, я про свой выбор говорю, да, но взять, если, допустим, куда-то в нефтянку туда идти, да, он у меня, этот, сестренки муж работает в бурении, да, и всех там распускают и так далее. То есть даже крупнейшие компании, Карачаганак Петролиум Оперейтинг, да, там ТШО и так далее распускают, Казмунайгаз распускает, потому что доллар, нефть упала очень сильно, да, и так далее. То есть все сейчас такое непонятное. Наш бизнес, он дает возможность людям зарабатывать именно благодаря маркетинг-плану. Даже если люди не ездят сейчас в круизы, маркетинг-план работает. То есть наш продукт сейчас, в данном случае, маркетинг-план. То есть мы продаем людям возможность зарабатывать деньги. С одной только встречи за подключение бизнес-партнера вы зарабатываете уже $50. Это 20 тысяч тенге, друзья. Делите это на 6, это сколько выходит в рублях? 3000, да? 3,5 тысячи рублей. Кто на улице даст такие деньги? Кто на улице такие деньги даст? Сотрудничество с компанией Incruzus, и всего лишь сотрудничество с компанией Incruzus составляет $195. Бизнес открыть даже свой традиционный сейчас за $195, ну нельзя, не получится у вас. Какой бизнес? Вы выйдете со мной, вот давайте вот не на дебаты, а вот покажите мне бизнес за $195. На год. То есть вы покупаете франшизу. Да, этот бизнес, ему надо, его надо учить. То есть вы, если никогда в этом бизнесе не были, вам необходимо будет не сразу бежать, да, там всем рассказывать, а надо будет обучиться, надо изучить кабинет, надо сертификацию пройти и так далее. Да, компания этому всему нас обучает. Вас погрузят в специальные чаты, да, наши командные. У нас есть мобильное приложение. То есть, да, все это мы всячески поддерживаем своих бизнес-партнеров, чтобы у вас получилось. Сразу, прям с первого дня. У кого-то сразу получается. У нас есть бизнес-партнеры, которые в Кызылорде сразу 30 партнеров подключили. И сразу заработали свои $1000, да, и помимо, еще на приглашениях 2000 заработали. Есть такие люди, у которых бешеный авторитет, достаточно было одного звонка, и люди на доверие пошли, да. Ну, а если вы только-только, допустим, там, приняли для себя решение начинать это, то вам надо обучиться, изучить это все, да. И путь в сетевом бизнесе – это самое лучшее, что... Вообще, я фанатка сетевого бизнеса, потому что этот бизнес, в него невозможно прийти для того, чтобы просто получить результат и уйти. Я раньше тоже так мыслила. Я раньше приходила в компанию, я вот изучала маркетинг-план, допустим, и думала, так, вот это достигну, вот это вот сделаю, вот это вот так вот, да? И все, я думала... Это мое сотрудничество с компанией будет вот на таком уровне. Но сейчас до меня вот дошло, да, после того, как я столько обучения прошла, после того, сколько людей я вот увидела то, что в сетевой бизнес можно зайти, но если ты хочешь действительно развиваться, и ты хочешь иметь свободную жизнь, свободное мышление, постоянно развиваться, с него невозможно выйти. Почему? Потому что в этом бизнесе бесконечное развитие. Бесконечное развитие. Ты постоянно общаешься с людьми успешными разными. Все время новые планки. Все время какие-то истории, ситуации с тобой происходят. Да? За один год в этом бизнесе, то есть человек, который проживает один год в сетевом бизнесе, он видит такое количество разных людей,
который столько количества людей не видит человек за 10 лет в обычной жизни. То есть один год человека активного сетевика равно 10 лет обычной жизни. И люди, которые приходят в этот бизнес, они 100% растут. Сфера отношений, сфера денежная, сфера, они начинают обучаться. И эти все знания они получают совершенно бесплатно, потому что это у нас такой бизнес. Когда выигрываете вы, выигрываем мы. Чем обученный наш партнер, выше обучение, да, у него уровень знаний выше, да, тем осознанный наш партнер, тем ему легче и нам легче. И наша задача, чтобы партнер максимально быстро включился и максимально быстро понял суть этого бизнеса. И у меня вот есть сестренка тоже, недавно мы с ней разговаривали на эту тему, она говорит, я вот присматриваюсь, конкурс, я вижу, как у тебя качество жизни растет. У меня вот есть Кьюбала, да, это вот сестренки, другой сестренки муж, вот он приезжал к моим родителям, говорит, ты знаешь, Салтанат, он недавно звонил, говорит, я вообще удивлен, говорит, такое спокойствие у вас дома, да, такая благодать, да, все так хорошо, все так спокойно, неужели деньги дают такое классное спокойствие, да, я прям видел, как ты на моих глазах поднялась буквально за 2 года, вот так он говорит мне, да, и он говорит, я это понимаю, я говорю, если ты готов, я ей и ему сказала также, да, если ты готов не получить, возможно, сразу результаты, но ты готов всегда качественно жить, то тебе надо прийти в этот бизнес. Понимаете, да? Почему? Потому что этот образ жизни, этот бизнес дает возможность качественно поменять вообще отношение к жизни, отношение к бизнесу вообще в целом. Если вы, допустим, если взять традиционный бизнес, мы как это его делаем? То есть мы открываем какой-то проект, да, мы сразу, самая первая мысль у нас, когда мы отобьем эти деньги, то в бизнесе сетевого маркетинга ты приходишь, и ты постоянно растешь, ты постоянно обучаешься, у тебя происходят новые нейронные связи, ты начинаешь общаться с абсолютно разными людьми, ты видишь разные истории, и нету конца этому, понимаете, нету конца. Вот если, допустим, дно, да, если падать вниз, то там есть дно, то если вы идете вверх, то там нету дна. То есть невозможно сказать, что ты всегда... ты много знаешь, потому что всегда есть то, что ты есть, и в развитии всегда находится то, что всегда развивает тебя. Именно в этом бизнесе вы будете обучаться финансовой грамотности, вы будете обучаться, как правильно общаться, да? Чему нас не обучают в школе? Какие основные предметы вообще очень важны в школе? Это как зарабатывать деньги, как правильно строить отношения. Это важно, как вы думаете? Это очень важно.